Следователи устанавливают причины страшной аварии под Валдаем, которая накануне унесла жизни 4 человек. Стала известна схема ДТП. Первым удар нанес водитель многотонной «Скании». Он буквально впечатал двигавшийся впереди «Форд Фьюжн» заднюю часть грузовика «Вольво». По инерции «Вольво» вынесла на еще один «Форд Фьюжн». Сила многотонного удара была настолько велика, что грузовик буквально подмял под себя легковушку. Но инерцию это не погасило. Жуткий паровоз влетел в еще одну фуру марки «Вольво», а та протаранила «Рено Сандеро». В этой страшной аварии погиб виновник, 27-летний водитель «Скании». Скончались на месте происшествия водители обоих «Фордов» и пассажирка одного из них. Серьезно пострадали водитель и 3 пассажира «Рено Сандеро», в том числе и 13-летняя девочка. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Всего для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия от Новгородской территориальной подсистемы РСЧС было привлечено 55 человек, 23 единиц техники, в том числе от МЧС России, 23 человека, 8 единиц техники. Движение по федеральной автодороге восстановлено в обоих направлениях. Установить причины и выяснить все обстоятельства этого страшного ДТП теперь предстоит следователям. На месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Главный вопрос – почему водитель «Скании» не снизил скорость и фура влетела впереди идущий поток?